землей и в глубинах океана спрятаны сокровища на миллиарды долларов. Где же их искать? По предположению ученых, на нашей планете спрятаны и забыты кладов аж на 900 миллиардов долларов, а возможно и более. Сокровища древних цивилизаций, драгоценности затонувших кораблей, клады морских пиратов, утраченные мировые шедевры и религиозные реликвии. Где же их искать и стоит ли игра свеч? Мы собрали 7 великих сокровищ, которые не дают покоя кладоискателям всего мира. Смотрите это видео с осторожностью. Золотая лихорадка очень заразна. Привет, меня зовут Евгений, это проект «Популярная география» на канале «Вселенная Beautiful World». Кто знает, где находится могила Чингисхана? На горе Хэнтэй в Монголии или на Алтае? Место погребения основателя и первого хана Монгольской империи до сих пор не найдено. Несмотря на усилия многих людей, кладоискатели убеждены, что в могиле, кроме тела великого завоевателя, лежат несметные богатства. Драгоценные камни, золотые монеты, дорогая посуда. Изысканное оружие. Клад стоимостью в несколько миллиардов долларов. К сожалению, для них Чингисхан был захоронен тайно, в глухой местности, и его могила намеренно была лишена опознавательных знаков. Одни ученые считают, что искать могилу нужно в России, в лесах Алтая, в районе Ридерской впадины. Другие верят преданию, согласно которому Чингисхан захоронен в тех же местах, где и родился. В окрестностях горы Бурхан-Халдун, Монголия. Эта священная для монголов гора была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО как место рождения и, возможно, погребения Чингисхана. Сокровища корабля «Форт де ла Мар». 200 сундуков с драгоценностями, алмазы размером с кулак, золотые статуи слонов, тигров и обезьян, китайский фарфор, сокровища султана Малакки, а также богатства, захваченные конкистадорами в Африке и на Аравийском полуострове, в Индии и Сиаме. Предположительно, они исчезли у берегов Индонезии, в Малакском проливе. Кладоискатели называют сокровища корабля «Цветок моря» самым большим кладом в мире, а само судно самым ценным когда-либо затонувшим кораблем. На нем португальцы везли значительную часть трофеев, добытых при взятии Малакского султаната. Однако, видавшие виды парусное судно так и не довезло трофеи королю. Оно затонуло в 1511 году. И уже 300 лет лежит на дне Малакского пролива в неизвестном месте. Кладоискатели со всего мира готовы в любой момент ринуться на поиски сокровища в Индонезию. Так, американец Роберт Маркс, специализирующийся на кладах затонувших кораблей, заявил, что готов потратить 20 миллионов долларов, чтобы найти и поднять на поверхность этот груз. Однако власти Индонезии все предложения отвергают, надеясь отыскать клад без помощи чужеземцев. В июле 2021 года было объявлено об археологической подводной экспедиции у берегов острова Суматра. По словам археолога Али Акбара, отыскать цветок моря в Малакском проливе будет непросто, так как это один из самых оживленных морских путей в мире. В нем может оказаться порядка 400 кораблей, затонувших в период между 1500 и 1800 годами. Вот и пойди разберись, где лежит
тот самый золотой корабль. Золото 11 испанских галеонов. Сундуки с золотыми и серебряными монетами, а также слитками, драгоценности примерно стоимостью 440 миллионов долларов. Предположительно, покоятся у побережья Флориды, недалеко от Порт-Пренса. 300 лет тому назад, в 1715 году, у берегов Флориды затонуло 11 кораблей испанского флота, перевозивших сокровища из Нового Света, который должен был пополнить казну испанского короля Филиппа V. На борту находились товары и драгоценности на сумму до 14 миллионов песо. Только на одном судне было 300 сундуков монет и слитков, 23 сундука обработанного серебра и 62 сундука подарков королю и его свите, не считая сундука с золотыми изделиями. На другом судне, согласно описанию, везли 684 сундука и мешка с песо, 53 сундука обработанного серебра, 14 сундуков китайского фарфора и многое другое. На том же флоте, погубленном сильнейшим ураганом, ехало приданое и подарки для новоиспеченной королевы Португалии Изабеллы Форнезе. Молодая жена Филиппа V так и не получила своих драгоценностей. После того, как галеоны затонули, испанцы 4 года вели поиски под водой, привлекая к ним индейцев. Под угрозой смерти ныряльщики отправлялись в воду с тяжелыми камнями, привязанными к ногам. Удалось поднять 30% сокровищ. Однако из-за нападения пиратов, акул и восстания индейцев, поиски пришлось прекратить. Они были продолжены лишь через 250 лет. После того, как строитель Кип Вагнер случайно нашел на берегу испанскую серебряную монету. В настоящий момент поисками занимается компания Брента Брисбена, а также местные кладоискатели. 6 кораблей все еще остаются не найденными, а те, что обнаружены, скрыты по слоям песка, что затрудняет доступ к несметным богатствам. Но то тут, то там дайверам удается выловить золотые монеты. Совсем недавно американская семья охотников за сокровищами нашла в этих местах клад на 1 миллион долларов. Реликвии Иерусалимского храма, Ковчег Завета, а также другие реликвии и ценности хранятся в Иерусалимском храме в Израиле, в Ираке, на месте бывшего Вавилона, а также на Эфиопском Нагорье, Аксум. На протяжении столетий кладоискатели, историки и археологи ищут сокровища Иерусалимского храма, который стоял на Храмовой горе и был центром религиозной жизни еврейского народа с 10 по 6 века до нашей эры. В первую очередь всех интересует судьба Ковчега Завета, еврейской святыни, которая символизировала союз Бога с народом Израиля. В этом ящике, полученном Моисеем от Бога на горе Синай, согласно верованиям, хранится скрижали Завета с 10 заповедями, сосуд с маной и посох Аарона. Его подробные описания есть в Ветхом Завете, и кроме прочего сказано, что он отделан чистым золотом. Считается, что Ковчег Завета был вывезен во время разрушения храма царей Новохудоносора, после чего был надежно спрятан, но где остается тайной. Также бесценно пропали сотни тонн золота, серебра и прочих ценностей из храмового хранилища. Подсказкой к их обнаружению, по мнению многих ученых, может стать медный свиток. Одна из легендарных куманских рукописей,
известных также под названием «Свитки Мертвого моря». Этот древний документ, найденный в пещере Кумрана в 1953 году, представляет собой опись спрятанных сокровищ с указанным местом для поиска. Правда, довольно абстрактно. Упомянуто более 60 тайников, в которых в сумме хранятся 65 тонн серебра и 26 тонн золота. Текст с хрупкого медного свитка с риском для артефакта был расшифрован в 1955 году. И с тех пор не утихают споры о реальности существования описанных богатств. Многие считают, что никаких сокровищ не было, указывая на то, что Есей кумранской общины, составивший этот текст в 50-х-сотых годах нашей эры, не могли обладать такими ценностями. А прятать сокровища Иерусалимского храма им бы не позволили строгие воззрения. Восьмым чудом света называют янтарную комнату, шедевр искусства 18 века. Эту комнату уже ищут давно. В Калининградской области, на территории Германии, в Дании, в деревне Асса. Знаменитая янтарная комната, подаренная Петру I прусским королем, была вывезена немцами из Екатерининского дворца в Царском селе во время Великой Отечественной войны. Последний раз ее видели в 1945 году, в Кёнигсбергском замке, за три дня до штурма города. Несмотря на версию о гибели янтарной комнаты во время пожара, ее продолжают упорно искать в разных частях света, не только в Европе, но даже и в Америке. Два года назад 90-летний Вильгельм Крафт, бывший солдат вермахта, сделал заявление, что шедевр был зарыт в землю в датской деревне Асса. А в 2021 году российский историк Сергей Трифонов объявил о том, что практически нашел янтарную комнату в Калининграде под тайным бункером последнего коменданта Кёнигсберга Отто фон Ляша. Бункер вел в ныне несуществующий Кёнигсбергский замок и был найден совсем недавно. Трифонов уже сделал первые исследования с помощью зонда, опущенного в подземелье. Он разглядел большой металлический ящик под бункером и выход в туннель. Пиратские клады. Ох, сколько ж было награблено пиратами сокровищ. На острове Кокос, на Каймановых островах и на Панамском перешейке существует легенда, что хранится клад Генри Моргана. А на островах Сен-Мари, Реюньон и Сейшельских островах клады Оливье Левасера. На острове Горда клад Эдварда Тича по прозвищу Черная Борода. На острове Ангела или Энджел клад Франциско Дрейка. По оценке одного американского банкира, все вместе пираты запрятали кладов на сумму в несколько миллиардов долларов. Причем на сегодняшний день найдено не более 7% этих сокровищ. Их ищут исследователи и кладоискатели-одиночки. Везде и всюду, где промышляли известные пираты. Не только на суше, но и в воде. Так, у берегов Мадагаскара археологи нашли 50-килограммовый серебряный слиток с корабля шотландского пирата Уильяма Кида.
Свиток был понят с фрегата «Приключения», затонувшего более 300 лет назад. Всего у берегов Мадагаскара было найдено 13 затонувших кораблей. И мы наверняка услышим о новых пиратских сокровищах. Поиск зарытых кладов ученые ведут, руководствуясь, как правило, картами, дневниками пиратов и их сотоварищей. Те, кто скрывал сокровища, почти всегда оставлял записи об этом. Вся шутка в том, чтобы понять, в каком виде оставлены эти записи или как расшифровывать их содержимое, утверждает американский исследователь Ричард Уилброн. Этому ученому удалось догадаться, где спрятан клад капитана Дрейка – 40 тонн серебра. Дневник одного из участников команды, старые морские карты Дрейка, хранившиеся в библиотеке Бенкфорта, и рисунки на одной из них позволили ему расшифровать код Дрейка и установить точное место клада. Он зарыт на горе Левермон на острове Ангела на глубине 6 фунтов или 72 дюйма. Правда, проверить эту догадку пока не удалось. Чиновники не дают разрешения на работу на острове, который имеет статус заповедника федерального значения и входит в состав Калифорнийского национального парка. Пока вы смотрели это видео, кладоискатели достают из океанов золотые монеты, роют землю в поисках московских трофеев Наполеона и мечтают обнаружить библиотеку Ивана Грозного. Но далеко не всем кладам суждено быть найденными. Одни спрятаны слишком хорошо, а другие никогда не существовали, будучи лишь тревожащей умы легендой. На этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами был Евгений, проект «Популярная география». Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, оставляйте комментарии, ставьте лайки. И каждый из вас может стать спонсором нашего канала. Ссылка в описании. До новой встречи на проекте «Популярная география». Всем пока!